Готов? Готовы, парни? Да, да. Тогда начали! Я вас по-человечески прекрасно понимаю, как мать. Но у вас нет на Дениса никаких прав. Вы от него отказались. Иди, пожалуйста, не оборачивайся, не отставай, я тебя очень прошу. Все собрал. Красава, давай, пойдем. Возвращайся! Если будет такой день, тогда как мы празднуем все дни рождения. Теперь я буду решать твои проблемы. А как ты будешь их решать? Честно сказать, я вообще не ожидал. Слушай, правда не чувствуешь боли? Я просто немного по-другому ощущаю все. Бросаешься вот так еще пару раз, не убьешься. Люди вообще делятся на тех, кого подбрасывают, тех, кто подбрасывает.